Спасибо, господин Саркисян. Уважаемые коллеги, мир меняется на наших глазах, и вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими государствами и народами, только увеличиваются. Говоря об исторических отношениях Армении и России, армян и русского народов, хочу отметить, что история – это наука не только о прошлом, но и, в первую очередь, о будущем. Эти связи доказали, что Армения и Россия являются союзниками. По моему личному убеждению, Армения и Россия являются безальтернативными союзниками. Союзниками естественными. И в основе этого союзничества лежит христианская идеология, восточно-христианская идеология. Но говоря об угрозах, хочу отметить, что для Армении, армянского народа, для армянского Арцаха главной угрозой являются тандем Турции и Азербайджана. И настолько для нас ясно, что армяно-российский союз не может иметь альтернативы, настолько понятно армянскому обществу, что Россия и Азербайджан, Россия и Турция не могут быть союзниками. Не мне учить Россию, с кем дружить, а с кем нет, но история доказала, что Турция и Россия на Кавказе являются не союзниками, не хочу сказать врагами, но соперниками точно. И надо учесть уроки из истории не только нам, но и нашим российским друзьям. Уважаемые коллеги, сегодня мы затронем несколько тем. Но нам надо понять, что произошло в 2018 году у нас в республике. Некоторые наши коллеги говорят, что в 2018 году в Армении произошла бархатная революция. Да никакая не бархатная революция здесь не произошла. Здесь произошел государственный переворот, цветная революция при поддержке геополитических центров. Цель этого переворота огласил в 2018 году Болтон, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности. Он сказал, что армянский народ должен отказаться от исторических стереотипов. А под историческими стереотипами, что мы подразумеваем? Это признание геноцида армян, это армянский Арцах, это традиционные ценности, это сильная государственность и армяно-российский союз. И команда Пашиняна, которая пришла к власти в 2018 году, за эти 4,5 года делает то, что ему указал Болтон. Они умыли руки от Арцаха, они делают все возможное против традиционных ценностей, против армянской государственности и армяно-российского союза. Но мы должны понять, есть ли у нас красные линии или нет, у армянской и у российских сторон. До 44-дневной войны у России были красные линии. Это неприменение силы и угроза неприменения силы и право народа Арцаха на самоопределение. Это два из трех принципов. После 44-дневной войны я хочу понять эти принципы, которые неоднократно заявляли, оглашали президент Российской Федерации Владимир Путин. Остались или нет? Для нас красной линией является армянская государственность, ну для меня лично, независимость Армении, установление территориальной целостности для нашей республики и право народа Арцаха на полное самоопределение. Реализация права народа Арцаха на полное самоопределение. Это красные линии.
Что касается союза Армении и Запада, я не думаю, что в этом зале есть люди, которые будущее армянского народа, будущего армянской государственности связывают с Западом. Я официально заявляю, что Армяно-Российский Союз не имеет альтернативы. Будущее Армении – это развитие союзнических отношений во всех направлениях с союзником России. Но армянское общество должно понять, а Россия и Турция могут быть союзниками или нет. Заявляю, для Армении, для армянского народа, уважаемые друзья, главной угрозой являются, у нас три угрозы, это Турция, Азербайджан и нынешние власти Армении. После три угрозы, это Эрдоган, Алиев и команда Пашиняна. И в заключение хочу еще раз отметить, говоря о Вашингтонском документе, это полный антиармянский документ. Полный антиармянский, антиарцавский документ. И тот, кто пойдет на это, он предаст интересы армянской государственности. Но хочу еще раз заметить, что для меня не приемлем ни один документ, который ставит под вопрос и игнорирует право народа Арцаха на полное самоопределение. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, слово предоставляю.